Надежды не оправдались. Белый дом и республиканская оппозиция в Конгрессе США не могут договориться по повышению потолка госдолга страны. Президент Барак Обама заявил, что ради разрешения бюджетных проблем Америки готов уменьшить до исторических масштабов госрасходы, но добавил, что без повышения налогов не обойтись. «Мы никогда не объявляли дефолт по нашим долгам и не собираемся делать этого сейчас. Если мы хотим сократить дефицит госбюджета, наиболее состоятельные граждане и крупнейшие корпорации должны внести свой вклад». Между тем ходят слухи, что Белый дом и республиканцы из Нижней палаты Конгресса ведут закрытые переговоры о повышении объема госдолга. Спикер палаты представителей Джон Бейнер это опроверг. «Нет никаких договоренностей, ни открытых, ни закрытых, и, честно говоря, мы совершенно не приблизились к соглашению. Смею предположить, что нас здесь, в Вашингтоне, ждут горячие выходные». Тем временем Сенат США отклонил ранее одобренный Палатой представителей закон о сокращении государственных расходов. Эксперты нервничают. Если потолок госдолга не будет поднят до 2 августа, США могут объявить дефолт.